факты о втором пришествии Христа. Сильвестр I предсказывал конец света в 1000 году. Папа Римский Сильвестр II, он же Герберт Орельякский, он же Герберт Римский, известный средневековый ученый и церковный деятель, имя которого окутано легендами. Он предсказал конец света 1 января 1000 года. Конец света не наступил, хотя его очень ожидали. По мнению многих современников Сильвестра II, папа сделал неточное предсказание, и концом света должно было стать наступление тысячелетия не рождения, а смерти Иисуса Христа, то есть датой второго пришествия Христа должен был стать 1033 год. Предсказание папы Иннокентия III, будучи папой на рубеже 12 и 13 веков, Иннокентий III конец света решил связать не только с христианством, но и с ростом ислама. Он назвал датой конца света 1284 год. Комбинацию Святой Отец оставил нехитрую, этот год 666 после образования ислама. В конце света 1999-2000 годов. Эти годы невозможно было обойти любителям делать прогнозы конца света. Как-никак, конец второго тысячелетия и начало нового третьего. Конец света, согласно японской секте Аум Синрикё, тоже должен был случиться в сентябре 1999 года. До этого момента сама секта не дожила, как и некоторые жертвы ее террористической зариновой атаки на японское метро в 1995 году. Не меньшее число предсказателей были очарованы цифрой 2000. В этом году ожидали массовый выход из строя компьютеров из-за так называемой ошибки 2000 и связанный с этим всемирный коллапс. Предсказание сделано Иисусом Христом. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Матфея 24, 35, 36.